стоял на с парковки экомаркета Новотутина, увидел, что человек распивает пиво. И при этом выпил пиво, сел в автомобиль, позвонил 102, сообщил, что есть подозрение, что водитель находится в алкогольном опьянении. Алло, здравствуйте. Смотрите, какая ситуация. Вот нахожусь возле экомаркета на парковке на улице Ватутина. И вот стоит Opel серого цвета. А вот пил пиво и садится, сейчас будет ехать. Можете писать? 36. Темность такой темно-серый, как бы Opel Vectra. Вот мне кажется, да, он сел в машину, мне кажется, он сейчас будет ехать, так чтобы полиция подъехала. Экомаркет, вот он же, да, он тоже заводится вот с парковки. Если пускай меня полицейские наберут, я буду за ним следовать. Ага. И он начал движение, я попросил, сказал на 102, чтобы патрульные, которые приняли этот вызов, мне перезвонили, что я буду за этой машиной следовать, чтобы его остановить. Ну, при выезде с парковки увидел, что едут работники полиции. Это перерегистрованные работники ГАИ. Давай вон Бухова остановим. На Опеле поехал налево, туда повернулся, в сторону Щорса. Сообщил им так же самое, что водитель, по моим подозрениям, находится 130-е. Они его догнали, остановили возле дома проспект Мира 4. Пригласили двух свидетелей понятых, при которых водитель прилад драгер надул 1,78. Здравствуйте. Добрый Это на 102 звонил, может сказать, чтобы не сюда подъехали, да? Да, ну все, без проблем. Все.
Сейчас они будут сами, наверное, перезванивать уже. Ну там есть, да? Ну так, видел, что тебе ну, нормально. Тобто дивіться, ви запрошені в якості свідка. Присутність вас запропонує водію пройти огляд на станції мені за допомогою приладу реакції. Згідно пункту 2.5 правил дорожнього руху, ви зобов'язані пройти огляд на станції мені за допомогою приладу реакції. Ви будете проходити? Будемо. Ось, дивіться. Друга частина, так, якраз за печатером. Вдихаєте в себе воздух і дуєте до тих пір, поки я не скажу слово «ход». Ви його не надуйте, дуйте, дуйте. Все досить. Досить, досить. Чекайте, де аналіз? Допустимо до норми до вживання спиртних напоїв 0,20. Ну, ні в якому разі не більше. Це екран, це ми потухи. Так, ось, так, так, так. Скільки для аналізу? 1,78. Це 8 разів більше, ніж це. Вот так. Потом подъехала, конечно, полиция, только они приехали не по моему вызову, а приехали, почему гаишники остановили автомобиль в городе Житомир. А по моему вызову уже прошло где-то 1:20, ко мне даже никто не перезвонил, не уточнил информацию, где я и что я. Здравствуйте. Это вы только на вызов приехали или что? Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Это вы только на вызов приехали? Это, смотрите, уже прошло время с вызова. Вот спасибо, что работники ГАИ встретил. И они остановили пьяного. Вот смотрите, я вот звонил на 102, это вы, да, по вызову, не? У нас инши. Добрый вечер. А, у вас инши выклик? Я зрозумею. Добрый вечер. Смотрите, вот я видел, что пьяный был человек за рулем, позвонил 102, попросил патрульную полицию, чтобы приехала. Их не было, он начал движение, увидел работников ГАИ, которые составили материалы по 130-й. Я думал, вы только приехали. А вы не знаете, почему за 1:07 ко мне даже никто не перезвонил? С каким звонком звонилось? Ну, что пьяный человек, да, 102. Вот, ориентование вот. Давали? Да, давал ориентование, продиктовал номер автомобиля. Здрасте. Вот никто не приехал, выехал работники ГАИ, вот оформили. А хто отримав моє звернення? У вас є якась інформація, щоб, ну, чому не відреагували? Я жінки набрав, зараз жінка приїде сяти за кермо, передати. Ви на 102 забрали? Так, я звонив на 102. Назвали 36. Ну, фамілію, я думаю, вже не треба навіть говорити, мені не спрашивали, у нас там стільки звісна. А от, ну, номер автомобіля, все, так, да, ну. Ну, от, стріть. Коли рятовно дзвінок на 102? Я не вам скажу вам рятовно, я вам скажу навіть точно. Звонок був 19:59. На 102, от я розмовляв 45 секунд. Хорошо. Да, от привіт. Ні, так, ні, подождіть, тут уже тут не так. Тут треба, чому не отреагував, на кого це, от, ну, чому ніхто ко мені навіть не перезвонив за це время. Ви стосовно якої події взагалі телефонували? Стосовно 130 статті. Тому що я лично бачив, як чоловік стояв на парковці екомаркета, розпивав пиво. Ну, потім ми сіли в автомобіль. И начало движения. Ну, завел его, я позвонил, сказал, что он будет ехать, наверное, ну. Когда мы выезжали с парковки, ехали работники ГАИ, я им сообщил, ну, так, крикнул, скажу, что он едет 130-й. Вот здесь они уже догнали его. Вы подводили ориентирование. Да, 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 именно так. Мы проверим вашу информацию, посмотрим ваше звание, чему это не отреагировал. Что-что? Проверим вашу информацию, кто принял данный выклик, ага. Как он был опрессован. Ну да, примите по-любому. Спасибо за звонок. Ну, пожалуйста, ну только смысла не вижу. Это же вам, наверное, кто скорее звонил и сказал, что тут уже мы стоим и что-то робимо в городе. Ребята, это, конечно, печаль. Что же пират? Пришел.
ну, ти оператор кидаєш задання. Ну, треба дати запрос, щоб хтось поніс відповідальність за це. Тому що це реально 130-й, я реально сказав, що там 130-й, що там п'яний за рулем. Ні, ну, то понятно. Склав номера автомобіля, як би. І просив, щоб поліцейські ко мені перезвонили, щоб я буду за ним їхати, а, ну, щоб я буду везти, щоб перезвонили на мій номер. Там ви дзвонили. Я так і зрозумів, що це стосовно тільки дзвінків і тому подобне. Тому що вони думають, що я нікого не можу зупинити. Ніхто і нічого мені не може зупинити в межах міста будь-який транспортний засіб. Така ось ситуація. Я так і зрозумів, що це... Ну так, как-то так у нас получается. Вот такие у нас реформы. Все, всего хорошего вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.